Друзья, добрый день! Приветствую всех вас на моем канале. Сегодня я решил снять небольшое видео, в которое я пригласил моего друга, гостя, небезызвестного вам Юрия Спасококовского. Юр, привет! Привет! Я очень тронут, что Денис откликнулся на мое предложение дружить и снимать совместные видеоролики без всяких предубеждений. Оказалось, что он открытый человек, без каких-то комплексов, там, с чрезмерных амбиций. Я думаю, что для меня это большая честь предстать перед аудиторией Дениса и сегодня вместе с ним потренироваться, показать некоторые упражнения. Все вы знаете, что мы оба являемся персональными тренерами. У нас у каждого есть какая-то методика тренировок. И я думаю, что это видео будет полезно для тех людей, которые недавно пришли в зал, да, задаются огромным количеством вопросов, что и как делать, там, как качаться, как питаться, как сушиться, как набирать массу и так далее. Я думаю, если мы снимем серию каких-то видео совместных и ответим на ваши вопросы, это будет только для вас польза. Поэтому моя к вам просьба, если вы заинтересованы в дальнейшем совместном видео, пожалуйста, пишите ваши комментарии под этим видео, да, и оставляйте какие-то вопросы, что бы вы хотели. А мы как-то эти вопросы сгруппируем и будем, возможно, снимать совместное видео для того, чтобы на какие-то ваши вопросы ответить. Вот. Но в сегодняшнем видео я хотел бы просто у Юры задать ряд вопросов, потому что мне самому интересно, мы не так давно с ним познакомились, и я думаю, что у нас есть какие-то различия, ну, есть какие-то одинаковые взгляды на какие-то вопросы. Поэтому я позволю себе задать ему несколько вопросов. Но для начала такой первый общий вопрос. Юр, как ты вообще пришел в бодибилдинг, и как ты понял, что это вообще твое, то, чем ты хочешь заниматься? Я негативно относился к бодибилдингу. Я пришел в зал просто подкачать пресс. Мне казалось, что у меня сразу вырастет куча мышц, и я стану уродливым качком. Я это очень боялся, что у меня вены такие появятся. Оказалось, что это все очень сложно, этого достигнуть. И вот именно то, что это так сложно, это вызвало спортивный интерес. А почему я не могу, почему мне не получается? И я вот упорно занимался. Друзья говорили, у тебя же ничего не получается, мышцы у тебя не растут, ты не для этого создан. Посмотри на вещи реально. А я вот все надеялся, что вот наступит день, я научусь правильно тренироваться, и мышцы вырастут. И вот так получилось, что этот день наступил. Хорошо, но этот день, наверное, наступил не сразу и не быстро. Не сразу. Пришлось тебе много попотеть. Хорошо, отсюда вытекает следующий вопрос. Все мы, наверное, слышали, что ты обладаешь какой-то методикой тренировки, которую ты сам придумал, да? Можешь вкратце для наших зрителей рассказать, в чем особенности твоей методики? Могу. Дело в том, что, в принципе, и у тебя была такая история, что ты тренировался бессистемно, мышцы не росли. Потом создалась система, мышцы начали расти. Я выяснил для себя, совокупность каких принципов помогает нарастить мышцы. Например, что тренироваться нужно не 3 часа, а час. То есть это довольно простые истины, все даже поражаются. Вы же ничего нового не придумали. Но я придумал, какие именно принципы Уайдера надо использовать и какие именно принципы Уайдера соединяются вместе. То есть я как бы отделил то, что работает, от того, что не работает. И со многими, когда спортсменами общаюсь, ну, твоего уровня, да, нашего уровня или выше, они очень похожим образом тренируются. То есть на самом деле люди, которые нарастили себе мышцы, они все тренируются более-менее одинаково. Например, вот ты делаешь жим штанги 120 кг 15 раз, а другой профессионал делает 150 кг 6 раз. Вроде бы вы тренируетесь по-разному, но примерно на самом деле, если бы ты взял штангу 150, получились бы те же 6 раз. То есть более-менее все придерживаются принципа, что надо повышать нагрузку на тренировках. Один из принципов моей методики обязательно. Не работает там на 1000 повторений, как некоторые делают. А все равно нагрузка должна повышаться. Не с пустым же грифом ты делаешь многоповторную тренировку, правильно? Хорошо, окей. Юр, все как-то иногда я в комментариях читаю, говорят, что ты какой-то не настоящий спортсмен. Там начинают тебя пародировать, карикатурировать. Не мог бы ты для наших зрителей просто рассказать о своих спортивных достижениях? Ну, я сначала выступал в федерации BB в категории классический бодибилдинг. Несколько раз становился чемпионом Украины, 3 раза точнее. Ну, это официально все запротоколировано, и один раз даже там было более 10 участников, что позволило мне стать мастером спорта IFBB Украины. Потом я перешел в другие федерации, решил попытать там счастье, и мне удалось пройти финалы чемпионатов мира по версиям ВАБА и NAC. На NAC я занял 6-е место, на ВАБе мне удалось занять 2-е место и стать вице-чемпионом мира. И в категории пары мне удалось один раз стать чемпионом мира. Несколько раз
получалось пятое, шестое место, потому что пары тоже оказались не таким простым делом. Иногда приходят такие девочки, там в парах больше, чем я, ну такие качихи. То есть, и получилось, что на самом деле титулов достаточно много. Я также планирую вернуться в FBB, если как бы удастся, скажем так, найти общий язык с руководством. Пока вроде бы все движется в этом направлении. Хорошо. Так... Окей, спасибо. Расскажи, пожалуйста, я думаю, что зрителям очень часто, особенно нашим молодым, интересен такой вопрос, а сколько ты жмешь, сколько ты приседаешь там и так далее. У тебя есть какие-то, ну, скажем так, ты же наверняка работаешь там на единичный повторный максимум. Порадуй наших зрителей своими максимальными весами. Ну, скажем так, в жиме лежа у меня была несколько лет назад получена травма груди. Еще до того, как я применил свою методику, в которой нельзя опускать штангу до конца с большим весом. И после этого я горизонтальный жим с большим весом делать не могу. Да даже и вот 100 кг я пытался заниматься русским жимом, когда уже идешь на рекорд, все равно начинает болеть травма. Но, допустим, на наклонной скамье я могу жать 150-160 кг на 5-6 повторений. Там у меня ничего не болит. Могу гантели жать по 60-70 кг на наклонной скамье. Ну, это не так уже много, но все-таки я считаю, что для того, чтобы работать тренером и быть примером для начинающих, этого достаточно. Да, я с тобой согласен, что, скажем так, человек тот, который работает тренером, не может себе позволить иметь неспортивный вид. К сожалению, я с этим очень часто встречаюсь. Пускай парни даже имеют неплохое методическое образование, да, и знание какое-то, но чтобы быть хорошим, успешным тренером, этого недостаточно. Нужно еще уметь замотивировать на своем примере своих клиентов. Я думаю, у нас с тобой это прекрасно получается. Я хотел еще сказать, что очень много негативных комментариев в мой адрес обусловлено тем, что я занимаюсь бизнесом. То есть я не просто тренируюсь, не просто выступаю, я продаю диски, как накачаться. И это вызывает определенный негатив, что вот я продаю методику, что я зарабатываю, что я работаю и зарабатываю. Это, к сожалению, такой менталитет на просторах СНГ сохранился. Но я думаю, что на самом деле это того стоит, потому что чем больше ты сможешь раскрутиться как тренер, тем больше ты сможешь снять потом полезные, красивых видео для людей бесплатно. И почему-то люди об этом не думают, что 900 видео я выложил в бесплатный доступ. Это же тоже вклад в развитие спорта, как ты считаешь? Да, безусловно. Знаете, я на самом деле считаю, что многие ребята, я сам просто долго работал тренером, как я уже говорил выше, и очень часто я от ребят-тренеров слышу такие как бы фразы, типа, а вот куда дальше расти, а чем дальше заниматься? Вот я там тренер высшей категории в своем клубе, да, а перспектив никаких не вижу. Вот, пожалуйста, вам перспектива. Человек из простого тренера вырос до такого уровня, что у него огромная армия как и фанатов, так, конечно, и тех, которые его не очень любят. Они любят как раз по той причине, что он смог, скажем так, монетизировать свои знания, да, сделать из этого бизнес. Может быть, кто-то действительно думает, что это негативно, но вы не согласны, хотя я не хочу с вами спорить, конечно же, но человек, который обладает какими-то знаниями, а знания ему же не сверху пришли, он их долгими годами упорно получал и работал, да, соответственно, они должны быть оплачиваемы. Ведь если вы приходите к врачу, да, он же не должен вас лечить бесплатно, он там 6 лет учился в институте, еще там в ординатуре 2 или 3 года, соответственно, он потратил на это время и деньги, поэтому это должно оплачиваться, поэтому я тебя в этом поддерживаю, да. Спасибо большое за поддержку, а теперь давай как следует покачаемся. Не зря мы сюда пришли, так что... Сейчас я думаю, что мы поделаем какие-то упражнения и закончим это видео тем, что мы как следует вместе покачаемся. Да. Ну давай. Сегодня нам хотелось бы рассказать вам про классический, можно сказать, олдскульный способ тренировки бицухи с помощью напарника. То есть многие занимаются с напарником, но даже не знают, что это может здорово повысить результаты в росте вашего бицепса, потому что соревновательный дух, здоровый соревновательный дух присутствует. Каждому хочется сделать больше и не сдаваться первому. И, в общем-то, что мы сейчас будем делать? Ну давай я для наших зрителей вкратце расскажу. Мы сыграем в некую игру, да, называемую лесенку. Но все вы знаете, что обычно лесенка это подразумевает подтягивание на перекладине, да, начинаешь с маленького веса, идешь вверх и потом вниз, да, принцип такой пирамиды получается. Вот тот же самый принцип мы сейчас используем здесь со штангой, да, мы будем начинать от 6 повторений, доведем их до 15, да. Если доведем. Если доведем, да. А если у нас будет совсем много сил, мы еще опустимся вниз до 6. Соответственно, мы это будем делать, каждый выполняет, передает штангу своему напарнику, и в это время отдыхает, а напарник делает. Кидаешь, пока летит, отдыхаешь.
Что-то мне не кажется, что мы дойдем до 15. Но попробовать, по крайней случае, стоит. А в это время крышка есть. На, 7. Отлично. Все, я пошел домой. Нет, стой. Какая же мотивация? Ты давай, давай еще раз. 7. Вот. Мог бы и сдаться уже. А как же соревновательный эффект? Не, я сдаваться не буду. Уже руки чувствуются почему-то. Отлично. Так, сейчас отдых 8. Получается очень маленький. 6, 7, 8. Так, 8. Теперь 9 надо? Да. Давай. Ну не знаю, не знаю. Ну что, на кого вы ставите? Подписчики. Я уже не могу. Это отвлекающий маневр. Всего 30 килограмм. И уже тяжело. 9 раз я сделал. Я сделал 9 раз. Ты жестокий убийца. Да. А вы любитель многопомпорных. Ты подготовленный? Да, я подготовлен. Мы сейчас посмотрим, кто может больше сделать. Любитель стендинга и то, что вы хотите повторить, либо любитель борьбы. Частичная метода. Давай. Давай, мэн. Сдавайся. Еще. Такой маленький вес, и я умираю. Отлично. У меня уже все, отказ. Наступил. Раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну что, ты хоть что-то чувствуешь? Вот так. Я уже умираю, он ничего не чувствует. Давай, мань, не сдавайся. Еще 5 раз надо. А ты не до конца поднимал. О. 11. 2. Ты, ого, ты начал делать выше. Ну, все надо, я сделал с задержкой просто. 6, 7. Я вижу, что при работе на выносливость Денис однозначно меня опережает. О! Я обещательно не смог. Помоги давай, мне. Давай. Еще. 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 Сколько это было раз? 11? Так, у меня 12. Делай до отказа, потому что я уже все. Я уже чувствую, как мой бицепс взорвался. 10. Давай раз 20, сделай. Ну сделай еще. Ну давай. Раз. Два. Монстр. 20 раз. Два. Я не знаю, даже с читингом я могу не сделать сейчас 20 раз. Я уже полностью никакой. Шесть.
еще 6 надо. Давай. Пердай 21 раз. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, еще четыре, раз, 21, 22, 23, давай, 22, 23 до 25. Ну а теперь надо сделать вот такую фотку, да?